Я считаю, что пора обновлять ряды депутатов и продвигать молодежь. Ведь именно мы знаем проблемы города и знаем, как сделать жизнь лучше. Предварительное голосование – это лишь первый этап. Потом еще нужно стать кандидатом в депутаты. Естественно, став депутатом, я займусь решением таких вопросов, как благоустройство, решением вопросов молодежи, благоустройства, доступа. Решение многих вопросов принимаются на среднесрочные и долгосрочные перспективы. Сегодня мы молодежь, а завтра среди. Именно поэтому я считаю, что мы должны участвовать в формировании будущего.